Всем привет, с вами Лев, это новая серия по Нейзовским похождениям, это у нас пятая часть, да, и в принципе давайте будем начинать, да. В принципе, как вы видите, я в искаженном биоме, да, в принципе, наконец-то я в таком биоме, и я на самом деле поначалу хотел сюда попасть, то есть с помощью координат, да, просто, ну, отправиться, так сказать, в маленькое путешествие, потому что это, в принципе, недалеко. Вот, в принципе, координаты, 200 блоков, ну, то есть, как бы, у меня дом где-то на минус 70, по-моему, на минус 50. Я, если честно, координаты от дома не знаю, и, как бы, это, на самом деле, минусы, потому что, ну, это реально не очень хорошо. То есть, я не знаю, где мой дом, да, но, в принципе, это не так уж и далеко. Я говорю, то, что блоков 200-300, и, как бы, просто надо знать направление. Но сейчас я на самом деле, знаете, что хочу сделать? Я хочу сейчас отправиться домой с уже какими-то вещами, видите, искаженными. И, в принципе, отправиться домой, в принципе, и что-то сделать. Что-то сделать дома, я не знаю, что именно, конечно, но там бы уже бы решили. Кстати, у меня нету такой вот фигни, такого стебля прикольного, который растет вверх. Он мне, кстати, нравится, я вот их забыл добыть. Вообще про них забыл. Так, давайте добудем. Блин, только по одной падает, это как-то не очень хорошо. Ой, блин, я упал. Так, а как они добываются, как-то не понимаю, с каким-то шансом, что ли, или как? Так, ну давайте поднимемся. Он из рак. Что-то я упал случайно совершенно. Нормально, да. Что я могу сказать? В принципе, я не записывал полтора месяца ролики, правда, и это реально грустно, то, что, ну, так долго все тянулось, но... Я собираюсь сейчас записывать часто, пытаться ролики. Я, конечно, не буду, как бы, обещать особо, то есть я просто буду стараться, да. Там по 5 роликов хотя бы записывать, потому что это, в принципе, ну, хоть что-то, да. Но, когда ты записываешь по 2-3 ролика, это, конечно, ну, вообще ужас. В плане того, то, что, ну, как бы, и канал развиваться не будет, и ничего не будет развиваться, да. И контент особо развиваться не будет, потому что, как бы, ты... ну, никуда двигаться, короче, не буду, да. Потому что я не записываю ролики, не учусь, так сказать, да. Но я даже не знаю, как это назвать, на самом деле, когда я делаю монтаж и так далее. В принципе, разные ролики по-разному, да, где-то хуже, где-то лучше, да. Ну ладно, в принципе, будем не об этом сейчас, да. Просто решил немножечко поднять эту тему. Так, осторожно. Кабан, кабан, кабан. Чтоб тебя! Только не помирай, пожалуйста. Вот умирать я точно не хочу. Пожалуйста, у меня такие крутые вещи. У меня теперь железка, кстати, появилась. Железная броня. Я про это забыл сказать. Да. Теперь у меня, видите, железная броня есть. Это, конечно же, не может не радовать. Да, это прям круто. То, что у меня теперь есть броня нормальная, да, не только золотая. Да, которая постоянно ломается. Но золотая, естественно, у меня есть. Да, еще шлем надо одеть. Золотые ботинки, золотой нагрудник. Я специально их взял с собой, потому что нападут пиглины, да. Бьем больше искаженных грибов, потому что искаженные факела, оказывается, не защищают. От кабанов точно. А кабаны это главная проблема, даже не пиглины. Пиглинов хотя бы можно убить. В отличие от кабанов. Кабаны тебя убьют 50 раз, а пиглины может раз 5. Ну, не знаю, поменьше, наверное, даже. Так, ну ладно, в принципе, вроде как все есть. Видите, я уже стак стебля добыл даже, да? Но я на самом деле сюда хотел прям хорошо так отправиться, то есть прям что-то здесь поделать. Мне на самом деле этот искаженный биом очень нравится, да. И, кстати, по идее, за все эти серии мы не были только в одном биоме, это в песке душ, да. Он же так называется? Нет, не песок душ, как-то долина душ, по-моему, называется. Я уже что-то вообще забыл про эти адские названия новые. Потому что, ну, я так долго не играл уже в это обновление. Поэтому, ну, правда, ничего не помню. Как вот, как вы называете? Я вот вообще, страйдеры? Ты страйдер? Или это на английском? Страйдер, он на английском, по-моему, называется. Ну, я не помню, как он называется на русском. Может быть, так и называется. Ну, нет, не-не-не, он так точно не называется. Короче, я не помню, да. Как-то так получается. Не, ну мне кажется, это адское обновление, это успех, конечно, да. И тем более, кстати, еще же новое анонсировали обновление, вот это, которое будет пещерное. Я его тоже буду обязательно записывать, потому что уж оно очень крутое получится, я уже вижу, да. Это то, что нам показали, это процентов 20-30, наверное, показали нам. И то, как бы, непонятно, что будет, что не будет. Ну, то есть, как бы,
обновление вообще крупное будет, и как бы крупнее этого точно. Поэтому я буду его обязательно записывать. Ну ладно, в принципе, мы, наверное, уже будем домой отправляться или нет. Просто у меня уже, в принципе, всего хватает. Дерево искаженного куча. В принципе, я могу вырастить искаженные деревья с помощью искаженных грибов. Я, кстати, только сейчас до этого догадался. Я не знаю, почему я раньше этого не сделал, да? А хотя у меня же только в прошлой серии кости появились. Точно, да. Просто так же оно не вырастет или вырастет. Вот честно, вот не вспомню, как все здесь делается. Если что, искаженный лес, он известен тем, то, что у него тут куча эндерменов живет, да. В принципе, блин, мне прям нравится, здесь прям красиво, если честно. Так, вот так вот собьем сейчас все это дело, да. Хорошо. Так, опа, 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 хорошо. 44 кусочка золота. Так, можно еще добыть. Пиглинов здесь нету, поэтому можно спокойно добывать, не боясь. Да. Я, кстати, раньше... Египетская сила! Оказывается, есть. Вот это, блин, неожиданность. Да. Окей. Но у меня сейчас железка хотя бы есть, то есть я уже не особо боюсь. Железные вещи, если что, я добыл в обычном мире, естественно. Просто сходил, добыл быстренько. Буквально там за полчаса или за час, я не помню. Но я давно уже это делал. Так, вот, я забрался повыше, и вот, вот здесь уже что-то такое знакомое, потому что здесь, скорее всего, я уже был. Это уже знакомые координаты, и куда-то туда нам бежать. Ой, я чанки обновил случайно. Блин, я боюсь этих кабанов, если честно. Вот прям боюсь. Пиглин, защити меня, пожалуйста. Защити, защити. Защити, пожалуйста. Нет, он, собака не даст. Не защитит меня. Так, куда бежим? Куда бежим? Надо поесть для начала. Еды тоже немного уже осталось. Да что ты за мной бежишь, задрал, если честно? Смотрите, как бежит-то. Твоина. Так, надо по координатам смотреть. Координаты неверные. Сразу говорю, твою мать. Фух, блин. Да что у вас так много, пацаны? Ну почему не пиглины? Почему не все остальные? Почему именно кабаны? Оп-оп-оп-оп-оп, быстренько, быстренько. Чё за хардкорная сей это, блин? Да, это прям вообще жесть. Так. Знакомо. Я здесь гулял. Я здесь был, если что. Блин, я не знаю даже как. Может быть, эндерпёрл кинуть просто. А, ну, без проблем. Главное, чтобы не лава. Нормально, нормально. Надо, главное, есть, не забывать. Это самое главное. Вот здесь я пробегал, это я помню. Да, это я помню. Мы вот здесь побегали, здесь кабаны были. Но видите, то, что хотя бы здесь их нету в этот раз, уже радует. Ну, координаты вроде правильные. Да-да-да, вот дом мой. Блин, ну это так близко, понимаете? Это так близко, я до сих пор не могу запомнить, что в искаженный лес надо куда-то туда. Так, смотрите, какая тут махинация есть. Я могу просто брать и вот так вот все жарить, вместо того, чтобы тратить доски. Да, видите, пожалуй, с помощью досок, ну ладно, ну, в принципе, надо просто не забывать то, что здесь можно с помощью костра все быстренько жарить бесплатно. Да, ну это, конечно, не очень правильно, жалко то, что нельзя подкидывать палки и так далее, это реально глупо. Это странно то, что такого нету. Элементарная какая-то такая фигня бы была, было бы уже бы интересней. Ой, а, я сейчас сломал и пропало. Так, искаженные грибы тоже посажу. Так, а с помощью чего выращивать искаженные деревья? Я помню то, что это искаженный гриб как-то надо вырастить. С помощью костной муки или как-то хитрее? Вот этого я сейчас не вспомню. Так, а ты на чем растешь? Ты же растешь на вот таких вот, да, вещах? Хорошо. Идем. О, еда, еда, неплохо. Так, смотрите. Что я хочу сейчас сделать? У меня есть кости для начала? Или это надо в обычный мир? Костей дофига просто. Костей дофига, да. Это, скорее всего, с пиглином выпало, да. Да чтоб тебе, уже боюсь этих звуков, если честно. Так, ну-ка, давайте куда-нибудь отойдем. Здесь, видите, кактусы выросли. Я не знаю, зачем я их в аду выращиваю. Просто, чтобы показать, наверное, себе и вам то, что, видите, можно в аду выживать. Вот обычные деревья растут и так далее. Ну, можно, в принципе, снести кактус. И куда-нибудь сюда залепить. И все будет, в принципе, неплохо. По-моему, так не выращивается. Нет, не выращивается.
А с помощью чего, я не помню. Вот правда не помню. Может быть, мне посмотреть сейчас где-нибудь, и я вернусь к вам. Короче, смотрите, как я понял. То есть, я могу, знаете, как сейчас сделать? Я могу сейчас вырастить багровый гриб здесь. Потому что здесь, видите, здесь багровая земля. Да, то есть я сейчас беру костную муку, и она выращивается. Да, да, выращивается. Кстати, хорошее дерево выросло, потому что я боялся то, что оно сейчас вырастет так, типа, не очень, и будет мешать мне, но смотрите, неплохо. То есть, если бы у меня бы было бы кирка на шелковое касание, тогда бы я бы смог бы вырастить дерево здесь. Ну, а так-то вырастают только искаженные грибы. Я могу вот так вот сделать, смотрите, в принципе, красиво, да? Вот. Ну, кстати, по-моему, искаженные грибы так вырастать не будут таким образом. Хотя, может быть, и будут с каким-то шансом. Они же здесь все-таки присутствуют с каким-то маленьким шансом. Смотрите, что мы забыли здесь сделать. Мы забыли сделать искаженную удочку. То есть я хочу все-таки попробовать покататься на этих самых, как они называются, страйдеров, да? Так, а как делается-то? Или я что-то неправильно сделал сейчас? Подождите. Я могу немножечко хитрануть и спросить. А! Издевательство какое-то, блин. Ну, я как бы все правильно практически делал. Так, убираем эту штучку. Удочка с искаженным грибом. Хорошо. Теперь надо найти этих страйдеров, да. И все будет, в принципе, неплохо, да. Погнали. Я просто хочу на них покататься, потому что, ну, реально, ну, я никогда этого не делал, ни разу не пробовал, да. Ни в креативе, нигде. А сейчас мы попробуем в выживании, да, это все дело сделать. Так, а где, в принципе, они могут быть? Они же где-то у лавы обычно тусуются, в каких-то таких местах. Вот они, в принципе. Ну, давайте будем спускаться, наверное, тогда. Вот таким вот спокойным образом. Ну, как спокойным, в принципе, мне страшно, на самом деле. Я боюсь, что мы сейчас упадем случайно и... А хотя, что я боюсь-то? Я могу вот так вот сделать эндерферлом. И... попробовать их как-то осторожно встретить. Но как их встретить осторожно, если они все в лаве прям? И не убей его. Так, опа. О. О, смотрите. Ух ты, вы посмотрите, как здесь много данжей-то. Вот это да. Так, я сохраню вот это. О, страйдер, здорово. Вот ты мне и нужен. Только ты маленький на большом или большой на большом, я не знаю. Так, я бы золотой блок быстрый взял. Да-да-да-да. Ой, простите. Или это кабаны? А! Ты чтоб тебя? Это просто золотой блок. Я считаю, что это как бы все нормально. А вот ты, видимо, не понимаешь, кабан ёбаный. Мать твою, тихо. Да что я так, блин, паникую с этими кабанами, блин. Каждую сею чуть ли не умираю и умираю, блин, и все на свете. Кабаны, отстань от меня, пожалуйста. Тихо. Есть! Падла, не делай этого, ты же нормальный. Уйди отсюда, мошка гребаная. Пиглин твоюна, твоина, падла, твай, вообще ненавижу вас. Чё это, блин, было сейчас? Подстава, блин. Где я умер, блин? Где? Вот я в каждой сее умираю, это прям уже законное. Это прям законы такие, я реально, я думал, что в этой сее я не умру хотя бы. Но я умер, да. Где-то тут лава была. Да, вот здесь. Но у меня были эндерпёрлы. В принципе, они у меня и так есть. Ну, давайте я ими воспользуюсь, потому что ими удобно. Окей, попробуем. Попробуем, что я могу сказать. Второй раз. Дубль 2. Так, мы вот туда побежали. Так, вот сюда. Так, потом сюда. Пофигу, что 2 потрачу. Хотя можно было прыгнуть, было бы безопасней. Тапки, если что, у меня есть. Штаны, то есть. Ой, кабан сгоел. Лох. Красавчик, просто что ты сгоел. Просто... О, ты чтоб тебя, да ты задолбал меня, кабан, блин. Ну отвали от меня, кабан, пожалуйста. Я не хочу второй раз умирать. Да ты собака, отсюда бьется еще. У меня, если что, сложная стоит. Только не у лавы умирай хотя бы. Блин, страйдеры бедненькие. Ждут меня, блин. Ой, еды нет уже. Я все подобрал? Нет, нифига не все. Да чтоб ты с этим кабаном-то. Отвали, кабан, от меня, пожалуйста. Да что ты такой быстрый-то? Ух ты, мать твою. Тихо. Да чтоб тебя. Да что я, блин, паникую? Я 5 минут уже убегаю от него. Что за дичь происходит?
Так, железный меч это нормально. Падла. Фух, блин. Жесть какая-то. Так, надо быстрее вещи подобрать. Пока не забрали, хотя уже, наверное, забрали. Где вещи, где? Вот они какие-то вещи. Я не знаю, я, по-моему, не все взял, ну да пофиг. Хорошо, давайте поедим последнее мясо, и я уже наконец-то покатаюсь, потому что что-то я тут это самое паникую. Так, а как с тобой управлять? Кирки больше нет с нами, нормально железный. Да. Так, а я вам рассказал то, что я добыл железо просто в каньоне, да? Ну, я про каньон не говорил, это точно. Ну, короче, я добыл это все дело. Так, а можно вы как-то разъединитесь и дадите мне покататься на вас? Ну, видимо, не дадут, поэтому я уже бегу к другим. Только, блин, куда? Так. О, они меня любят, нифига себе. Круто. Так, а как на тебя сесть? Как ты садишься? Блин, я такой тупой, блин, я же забыл то, что седло надо, блин. Пью. А ты чтоб тебя! Мне жопа полная идет. Под сердечко, и я ору, блин. Да, это жестко. Да что за подстава, блин, сегодня? Уже еды, блин, нету. Вот мой дом, блин. Да чтоб тебе с этими, блин, с этим хардкором, блин. С этими мобами, блин, с этими кабанами. Кабаны враг номер один просто. Лететь вот так вот. Опа. И хотя бы долетел. Да чтоб тебя, блин. Стевательство какое-то. Еще кабан дома заспавнился. Да что за жесть. Я же где-то здесь упал, да? Или не здесь? На меня пигмин уже бежит. Или не на меня. И кактус меня бьет. Спасибо ему. Так. Где мои вещи? У меня теперь ни брони, нифига нету. Это вообще, блин, я не знаю, как это комментировать просто. Это жесть. Самое настоящее. Отвали от меня, кабан гребаный. Дай мне ногу взять. Тапочки возьму. Чтобы хотя бы защита какая-то. Так, и мечик. А-та-та-та-та. У меня две жизни осталось. Две жизни осталось. Я бы заправил. Заправил этот бензин свой. Так, давай. Раз, два. Нормально светится. И теперь я возьму какую-нибудь плоть. И побегу искать свои вещи. Потому что я куда-то телепахнулся, и я упал. Да чтоб тебя. Не, реально, это какая-то сея прям, я не знаю. Эпичная, блин. Еще эпичнее, чем обычно. В смысле? Ты что, еда пропала, блин? Твоина, блин. Еда. Я люблю еду, вы знали, да? Только ты не пропадай хотя бы. Я не знаю, откуда она взялась на самом деле. Может быть, это кабаны сгоели просто. Блин, я что-то... Я уже... Вот! Здрасте, мистер Вещи. Нормально. И все из-за седла, понимаете? Я хочу покататься на своих страйдеров, чтобы был какой-то финал. Потому что в итоге я, по идее, в песок души, ну, вот этот биом долины душ вот этот не сходил. В итоге, да, так и получилось. А, блин, вещей все меньше и меньше. Хотя, с другой стороны, какая разница уже? Какая уже разница, вот скажите мне. Главное, что броня осталась. Главное, что хотя бы какая-то еда есть. Это уже главное. Ой. А тут в моем доме поселились незнакомцы какие-то. Так, ладно, где у меня седло? Я же седло получил в данже. Так. И где? Где седло? Или подождите, я не получил седло. Чё? До свидания, кабан. До свидания. Ой, блин. Вот что значит не пересматривать свои старые серии и не играть в Майнкрафт там, не снимать там полтора месяца, два месяца, не играть в этом мире. Я, оказывается, не имел седла ни разу в этом мире. Вообще я ни разу, то есть у меня не было седла нигде. Да, и это просто идеально, да. Я, то есть, сейчас отправился в обычный мир, чтобы
чтобы найти, собственно, деревню и попробовать поторговаться с жителями. Конечно, это вряд ли получится, но, в принципе, мало ли что. Хотя, наверное, лучше не сюда бежать. Лучше все-таки попробовать найти какой-то биом не пустынный, хотя, блин, тут особо выбора и нету. Блин, ну это, конечно, подстава, если честно, реально какая-то. Я не знаю даже, как это, как сказать, да. Прям жесть какая-то. Я думал то, что, блин, сейчас спокойненько найду седло, блин. Я реально, я что-то забыл то, что у меня седла нету. Но я надеюсь то, что мне повезет, и я сейчас найду, собственно, седло, которое мне вот прям очень важно, да. Либо в данже, либо у жителей. Ребят, вы не поверите, я нашел деревню без жителей. Я нашел деревню с паутиной и с зомби-жителями. Это просто идеально, я не знаю, это как мне повезти должно. Это я, по-моему, первую деревню такую нахожу в своей жизни. Офигеть, просто охренеть. Конечно, я очень рад, что я хотя бы еду получу. До свидания. До свидания, я рад, что хотя бы еда будет. Да. Есть, видите, все равно плюсы какие-то. Но, возможно то, что где-нибудь я найду здесь седло. Хотя это вряд ли. Ну, хотя, в принципе, все возможно, как я и говорю, да. Есть, смотрите, какая-то кожа, штаны какие-то кожаные. Что-то тут еще есть. Но я как-то особо тут не хочу задерживаться. Теперь сюда забегу. А тут нифига нету. А-а-а, сейчас ударят! Сейчас ударят, сейчас ударят, сейчас ударят. Так, там видел еще что-то. Говно. Так, хорошо. Теперь еще куда-нибудь сюда. Сюда. Скелет стреляет в морду. Я ему бью морду. Нормально. Так, теперь беру еду. Вижу еще скелета, только уже в броне и уже страшно. Если он меня увидит. Блин, я не знаю реально, что делать, если честно, с седлом. Так, тихо. Маленький-маленький зомби. Маленький зомби. Отвали от меня. Отвали от меня, пожалуйста. Только не до тебя. Так, а ты дашь? Ладно, живи здесь. Так, короче, погнали дальше. Погнали что-то искать будем. Блин, реально, это, скорее всего, не финальная серия будет, потому что, блин, видите, то, что... Короче, интересная серия получается, да. Я даже не знаю, что сказать. Так, стол картографа. Могу вот так вот сделать. Погнали. Клипуля! Бум! Ты что делаешь?